О событиях в Иране говорили сегодня и во время переговоров главы нашего МИДа Сергея Лаврова с испанским коллегой. По итогам встречи Сергей Лавров подчеркнул, происходящее свидетельствует о беспрецедентном всплеске международного терроризма. Дипломаты обсудили ряд важных международных тем, включая ситуацию в Сирии. В частности, Лавров резко осудил авиаудар, возглавляемый США коалицией по правительственным войскам в районе города Ат-Танф. Это произошло накануне вечером, а сегодня появилась видеозапись, как все происходило. Двое сирийских военнослужащих погибли, 15 ранены. В Пентагоне атаку объяснили тем, что сирийские военные якобы представляли угрозу для коалиции и дружественных ей сил. Лавров назвал налет актом агрессии. По его словам, все это наводит на размышления, в чьих интересах на самом деле действуют западные военные. Конечно, это агрессивный акт, который нарушает суверенитет, территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и вольно или невольно, но направлен был на те силы, которые представляют собой наиболее эффективные силы, борющиеся на земле с террористами. Насчет объяснений, которые коалиция выдала, заявив, что эти проправительственные силы нарушили зоны деконфликтинга, мне о таких зонах неизвестно, мы такие зоны признавать не можем.